Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц и регулярный короткий новостной выпуск от Nomerse Radio. За его поддержку благодарю Даниила К, разделяющего мою любовь к татуировкам, Руслана и Ольгу Ф. Большое вам спасибо. Так, уже в процессе монтажа тут прилетел еще донатик от Александра Константиновича. Благодарю, что тоже внес свою лепту. В целом, я не в восторге от нынешнего российского телевидения и уже много лет вообще не пользуюсь антенной, но справедливости ради и на нем бывают проблески чего-то хорошего, одним из которых является программа «Вечерний Ургант» на Первом канале. Я каждый раз отмечаю для себя и стараюсь фиксировать в новостных выпусках, когда туда приходит какая-то группа плюс-минус в формате Nomerse Radio с глотком свежего альтернативного воздуха, на этот раз музыкальными гостями Урганта стала группа «Слот». Прямо сейчас мы услышим хит «Круги на воде» в оригинальном исполнении. Встречайте, группа «Слот». Сейчас группа празднует свое 20-летие, 12 февраля был большой концерт в Питере с кучей гостей, 18 февраля в Москве. Также вышел большой трибьют-альбом, в котором поучаствовало много именитых артистов. На Урганте же «Слот» рубанули трек «Круги на воде». Поздравляю ребят с этим событием. Помимо множества других проектов, у Игоря Капранова с ребятами есть death metal группа под названием Idols to be Faded, у которой наконец вышел дебютный сингл Exodus, записанный вместе с Сергеем Раевым, вокалистом Аматрии. Забавно, что название трека переводится как «Исход», и трек с таким же названием и все тем же Сергеем Раевым на фите недавно выходила группа «Ермак». У Idols to be Faded, на мой взгляд, получился местами тягучий, кочевый, местами скоростной и блазбитный, просто лютейший, мяснейший, огненный. Не при Игоре Капранове будет сказано «адовый метал». И, насколько я знаю, одним синглом дело не обойдется, нас ожидает альбом. Американские металкорщики Bad Omens очередным синглом продолжают подогревать интерес к своему новому альбому. Клип серый, трек грустноватый, все под стать моему настроению. В целом песня неплохая, берущая за душу, пластинка должна выйти через недельку, 25 февраля. Будет называться The Death of Peace of Mind, и в ней будет аж 15 треков, треть из которых, в принципе, мы уже слышали. В рубрике с отгадыванием сегодня группа, которую я очень люблю, уже много лет, пару раз был на их концертах, с фрагментом трека с, пожалуй, моего любимого их альбома 2009 года «Там что не трек, то пушка». По традиции, кто узнал этих ребят, отпишитесь в комментарии. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Пожалуйста, дайте знать, как вам сегодняшний выпуск и о каких релизах стоило бы рассказать в следующих. Я же пойду подумаю, чем можно улучшить свое настроение. Вас же обнимаю, благодарю за поддержку. Пока. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Nomerse!